канун Нового года, как всем известно, приятно получать подарки. А особенно приятно, когда эти подарки идут на благо общества и помогают другим. «Всегда рядом» – слоган старейшей финансовой организации нашей страны Беларусьбанка. Они действительно рядом, когда нужна помощь. И в 2019 году подтвердили этот факт дважды. В дни празднования тысячелетия подарили городу новый реанимационный автомобиль, а накануне передали новый автомобиль марки «Лада», который станет верным помощником для Брестской городской больницы паллиативной помощи «Хоспис». Было обращение, просьба города оказать по мере возможности помощь. У нас это получилось коллективу не только Бреста, но это подарок от всей Брестской области, это решение нашего правления банка, и это было в комплексе мероприятий тысячелетия, вот поэтому, ну вот сейчас вот получилось, что мы в канун Нового года, Рождества, это все завершаем то, что мы обещали городу. Подарок любому человеку по жизни, любой организации, от любого лица он всегда является приятным. Это выражение добрых человеческих чувств. Это, если хотите, согласно сегодняшнего момента, это совместное чувство сострадания к тем больным, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Новый автомобиль приобретен в рамках социального проекта «Беларусьбанк. Вектор доброты». Нам приятно отметить, что вот годовщине нашего функционирования, нашего хосписа, который уже работает в городе Бресте год, мы открылись в октябре 2018 года, нам подарили такой, в общем-то, дорогостоящий подарок, который значительно улучшит работу нашего учреждения, обеспечит доступность с наличием нового автомобиля. Такие добрые дела делают жизнь в городе комфортнее и уютнее, а также объединяют всех нас. Для Беларусьбанка это не единственный проект. Они помогают в реализации планов по строительству жилья, развивают и поддерживают предприятия города и области, помогают малому бизнесу. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.